24 апреля, примерно в 14:55, произошло столкновение автомобилей на Чернавском мосту. Автомобиль Ford допустил столкновение с автомобилем Lexus 350, от которого автомобиль отскочил на встречную полосу движения и врезался в автомобиль Cherry. Водитель автомобиля Cherry, мужчина 51 года рождения, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля Ford скрылся с места ДТП. Сейчас на данный момент ведется расследование, где находится этот автомобиль. Поэтому, если есть очевидцы данного ДТП, кто-то, может быть, заметил, обязательно сообщите в полицию по телефону 02 или дежурной части ОБДПС.